Уважаемые зрители, каждый день к нам поступают тревожные новости о звездах российского и мирового шоу-бизнеса. Ежедневно мы делаем для вас ролики с самыми актуальными и важными событиями из жизни знаменитых на всю страну людей. Нам очень приятно, что наши зрители не остаются равнодушными и оставляют слова соболезнования в комментариях. И вот, сообщили, что в Москве, на 58-м году жизни, от нас ушел одна из самых ярких политических фигур в правительстве РФ, третий президент России, Дмитрий Анатольевич Медведев. Он зарекомендовал себя как государственник-модернизатор, целью которого является усовершенствование российского гражданского общества. Политик является автором популярного микроблога, его посты вызывают резонанс как в России, так и за рубежом. Занимал пост президента страны с 2008 по 2012 год. На данное время является председателем правительства. Политик прошел долгий путь от студента юридического факультета, преподавателя, а позже и предпринимателя до главного лица в стране. Занимал множество постов и до сих пор является действующим игроком в политической плоскости. Оценки работы этого деятеля неоднозначны. Дорогие зрители, мы благодарим каждому из вас за слова поддержки и соболезнования, ведь в это непростое время как никогда это важно.